What? What'd you say something? Thank you, that's fine. That is why. Я благодарю всех сахаджа-йогов из Дербишира и Бирмингема за то, что они предоставили мне эту возможность говорить с искателями этого места. Искатели, живущие в современную эпоху, это нечто уникальное. Раньше у нас никогда не было искателей. По крайней мере, не так много. Были люди, которые искали денег, таких людей много и сейчас, которые стремились, завоевывая одну страну за другой, к власти. А таких, которые искали эти редкие жемчужины божественного блаженства было очень мало. Причиной было то, что осознание, коллективное осознание людей, возможно, не считало себя способным или, возможно, не нуждалось в каком-либо искательстве. Но сегодня мы имеем это прекрасное сочетание, когда на Земле родились искатели очень высокого качества, которые ищут массово. Это не один или два человека здесь или там, которые сидят на вершине горы, в пещере или где-то еще, и пытаются медитировать. Их очень много, таких, которые ищут, которые недовольны самими собой, тем, что у них есть. Они думают, что должно быть что-то выше этого. Те, которые чувствуют, что они еще не нашли смысла своего существования, которые чувствуют, что они должны узнать цель своей жизни. Те, которые чувствуют, что должно быть нечто более высокое по сравнению с тем, в чем они пребывают. Все такие люди являются искателями не только сегодня, а были ими на протяжении многих тысяч лет. Во времена Христа их не было совсем, я должна сказать. Потому что даже те, кого Христос избрал своими учениками, фактически были втянуты в это. И Он был вынужден сам отправиться на их поиски, отыскать их и обо всем им рассказать. Поэтому нужно сказать, что сейчас очень важное время в истории творения, когда на Земле так много искателей. Но проблема с современными искателями заключается в том, что они не знают, что ищут. Они не имеют представления о том, что им искать, как искать, чего ожидать. Они вступают в неизведанную область, она им совершенно неизвестна. И эту неизведанную область, которую они ищут, представляют сейчас столь многие люди. Каждый говорит: «Я тот, кто оправдает ваши надежды». Другой заявляет: «Я тот, кто может это сделать». Естественно, в связи с этим возникает путаница.
Фактически, современная эпоха – это время смятения, невероятного смятения. И когда возникает такое смятение, только тогда мы и находим великие решения, долговременные решения, позволяющие решить проблему раз и навсегда. В умах людей никогда не было такой путаницы, как сегодня, о том, что хорошо, а что плохо. Никогда такого не было, чтобы людям говорилось, это нехорошо, а они все равно это делали, зная, что поступают неправильно. Если это были хорошие люди, они говорили, ладно, если это хорошо, то будем делать хорошо. Но все знали, что вот это плохо или хорошо. Они могли это различать. А сегодня никто не знает, что хорошо, а что плохо. Помимо хорошего и плохого, есть кое-что еще более важное. Вы должны знать себя. Потому что внутри нас есть это осознание, что мы не знаем себя. Мы не знаем абсолюта. Мы живем в относительном мире. Кажется, что это осознают все. Возможно, на подсознательном или на бессознательном уровне. Но внутри каждого из нас определенно есть это чувство, что мы не знаем. И это очень честное чувство. Это очень высокое чувство, что мы должны знать нечто большее. Итак, когда мы говорим слово «знать», то это подобно тому, как если бы я сказал, «Я ничего не знаю о Дербишире, я никогда не была там». Что это означает? Я не знаю о Дербишире, но все, что я не знаю, я могу прочитать в книгах, я могу найти. Я могу узнать всю историю Дербишира, я могу узнать, кто были люди, создавшие здесь замечательные изделия из фарфора, я могу узнать все об их истории, обо всем я могу прочитать. И все же, почему я говорю, что ничего не знаю о Дербишире? Потому что я не была в Дербишире прежде, я не бывала в Дерби, я не была в этом районе, я не видела этого места, я не посещала его и не ощущала на своем опыте, поэтому я не знаю о нем. Ситуация в точности такая же. Все дело в том, что мы не знаем о божественности. Мы читали о ней, мы слышали о ней. Столь многие люди о ней писали. Как только они узнают, что к этому есть интерес, они тут же пишут книги, книги за книгами. Они выпустили тысячи книг. Сколь многие из них истинны и сколь многие неистинны, узнать невозможно. Потому что у нас нет фактического знания. Допустим, кто-то говорит, что герцог Берфордский родился в Дербишире. Хорошо. Как мне это узнать? Я не узнаю до тех пор, пока не встречу того, кто действительно принадлежит к этому месту, кто знает это. Точно так же и знание о божественности, которым мы располагаем, очень противоречиво. Но это не знание. Это никак не может быть знанием. В нашем представлении знание приходит к нам как своего рода ответ на наши вопросы, который рациональный и который мы можем четко понять посредством своего разума. Но эта область за пределами разума, за пределами рациональности, за пределами всего, что является ограниченным. Это неограниченная область. Все такие неограниченные области можно познать только через опыт вашего осознания. Нужно понимать, что это очень тонкая вещь. Как познать что-либо через опыт нашего осознания? Не тот опыт, когда кто-то начинает видеть какой-то свет и считает это опытом. Вы всегда можете видеть свет. Люди так гордятся тем, что внезапно увидели какой-то вспыхнувший перед ними свет. В этом нет ничего великого. Эти вспышки могут возникать из какой-нибудь области и, возможно, без всякой для вас пользы. Но вы начинаете считать, что познали нечто особенное. Поэтому нужно знать, что видеть не означает ощущать на опыте. Например, собака видит этот микрофон. Но что она знает о нем? Она просто видит его. Осознание, человеческое осознание, имеет так много важных аспектов по сравнению с осознанием животных. Скажем, к примеру, осознание красоты. У животных его нет. Осознание чистоты. У животных его нет. У людей оно.
встроено внутри. Они могут чувствовать его. Они могут чувствовать его на своей центральной нервной системе. Поэтому каким бы ни было ваше осознание, оно должно ощущаться на вашей центральной нервной системе. Это не просто какая-то воображаемая вещь или интеллектуальная дискуссия. А, да-да, я знаю, знаю. Вовсе нет. Знание должно приходить к вам через ваши чувства. Как, например, я могу чувствовать, горячее это или холодное, а камень не почувствует ничего. Точно так же ощущение должно прийти через вашу центральную нервную систему. Это означает, что само ваше осознание должно быть заряжено. Оно должно перейти в новое измерение. Само ваше осознание должно перейти в новое измерение. Любой другой опыт не имеет совершенно никакого значения в эволюции, если вы посмотрите. В процессе эволюции улучшается именно ваше осознание. Оно обретает все более и более новые измерения. И эти измерения достигли своего максимума в то время, когда вы стали людьми, когда ваше осознание просто готово получить осознание вселенского существа, коллективного существа, чтобы вы стали коллективным существом. Итак, я бы хотела рассказать вам, как это устроено у нас внутри, как мы устроены. Из практических соображений вам не следует принимать мои слова как должное. Но не следует также и отвергать то, что я говорю. Это подобно поступлению в университет. Мы слушаем профессора и пытаемся следить за его мыслью. Допустим, он предлагает, он выдвигает перед вами гипотезу. Тогда вы просто начинаете оценивать ее, размышлять над ней. Если она истинна, тогда вы называете ее законом. Точно так же и мы должны войти в это новое понимание. Вначале рассматривая это, не отвергая. Затем, если это истина, тогда мы должны в это поверить. В отношении сахаджа-йоги не должно быть слепой веры. Слепая вера абсолютно не помогает. Но не должно быть и отрицания. И если вы просто слушаете меня с таким позитивным отношением, воспринимая то, что я вам говорю, как гипотезу, то вам и не нужно сразу же принимать ее за истину. Но пришло время, когда я должна доказать вам истину. И истина может быть вам доказана. Пришло время доказать существование Бога. Доказать. Но доказать не тем, что я прочту вам большую лекцию, или поведу вас в суд, или сделаю еще что-либо подобное. Как же я собираюсь доказать вам это? Посредством вашего осознания. Это будет целиком и полностью опыт вашего осознания, то, что вы почувствуете Бога Всемогущего. Пришло время доказать, истинность священных писаний, всех писаний. Пришло время доказать вашу собственную связь с Богом, ваши собственные с Ним отношения, ваши собственные отношения с этим изначальным существом. Называете вы его Богом или еще как-то, для самого Бога это не имеет значения. Каким бы именем вы его ни называли, Бог существует. И этот Бог не такой, каким вы его воображаете, не такой, каким вы его понимаете, или каким вы его знаете. Этот Бог такой, какой он есть. До тех пор, пока вы сами не почувствуете его, вы не станете в него верить. Даже если вы поверите в связи с определенными обстоятельствами, это вера, которая слепая. Она не имеет никакого значения для любого разумного человека. И придет день, когда такой человек станет отвергать такого рода слепую веру. Итак, внутри нас, как я сказала, имеется встроенная система, которая досталась нам в результате нашего восхождения в нашем осознании на различных стадиях, которая подобна записанной внутри нас истории того, как мы стали человеческими существами. Мы прошли через различные стадии. Прежде всего, это стадия углерода, в которой мы стали жизнью. Мертвое стало жизнью, которая размещается вот на этом уровне. Она находится внизу. Это великая сила, которая расположена внутри нас в треугольной косточке, и которую мы называем кундалини. Эта сила
также описано в Библии. Как древо жизни, я появлюсь перед вами в виде языков пламени. Но Библия по своей сути очень микроскопичная вещь. Ее символизм невозможно объяснить. До тех пор, пока вы не получите свое новое осознание или вибрационное осознание, ее невозможно объяснить. Итак, эта сила — это сила желания. Наивысшего желания, единственного желания, настоящего желания, которое находится внутри нас. Все остальные желания становятся бессмысленными. Посмотрите на сегодняшние богатые страны. Люди там достигли изобилия, они богаты, они живут в достатке, но они несчастливы. Страны, которые исключительно богаты, например, такие как Швеция или Швейцария, соперничают между собой по количеству молодых людей, готовых покончить жизнь самоубийством. Недавно я узнала, что в Швейцарии благосостояние людей выше, поскольку там гораздо больше молодых людей кончают жизнь самоубийством по сравнению со Швецией. Эта стадия, на которой мы должны понять, что если наше желание — материальное благосостояние, тогда это не настоящее желание, потому что, достигнув благосостояния, мы должны быть очень счастливыми и радостными людьми, но этого нет. А основы экономики гласят, что в частном случае потребности можно удовлетворить, но в общем и целом они не могут быть удовлетворены никогда. Это означает, что материя не способна удовлетворить ваши потребности. Так что же это за желание? Что это за стремление, которое есть в человеке? Оно скрыто в этой силе. И это стремление стать единым с Богом, обрести йогу, союз с Богом. То, что мы называем крещением. В Коране это называется пир. Вы должны стать пиром, дважды рожденным. Это было описано на разных языках, но в каждом священном писании говорится об одном и том же. Если вы попробуете проследить за их смыслом, то будете удивлены тем, что все они говорили об одних и тех же вещах. Кто-то может сказать, могут же быть и какие-то другие методы, возможно, есть кто-то еще способный это осуществить. Другого метода нет, поскольку этот метод развивался тысячи и тысячи лет внутри вас, с тех пор, как вы стали углеродом, и все это создано внутри вас природой. Это подобно тому, как если бы кто-то сказал, что семя можно прорастить каким-то другим методом. Другого метода нет. У семени есть зародыш, и зародыш должен быть пробужден. Это единственно возможный метод. Точно так же это должно произойти во всех вас. Эту силу внутри вас нужно встряхнуть. Нужно пробудить ее внутри вас. Если она пробуждена внутри вас, она поднимается. Но что такое эта сила? Эта сила — стать единым с Духом. Так что эта сила знает, что она должна стать одним целым с Божественностью. Но у нас есть множество других желаний, поэтому возникает вопрос, как они с этим связаны? Дело обстоит так. К примеру, мы говорим, давайте поедем в Дербишир и встретимся вместе со всеми вами. Мы проделываем весь путь, заходим в Гилдхолл, поднимаемся сюда, но вас не видим. Тогда весь мой приезд и все мое путешествие бессмысленно, потому что я не встретилась с вами. В этом нет никакого смысла. Точно так же и все остальные желания существуют просто ради того, чтобы осуществилось это желание, высшее желание, желание стать одним целым с Божественностью. О кундалини можно много чего рассказать. Наверное, я говорила о кундалини сотни раз. Но чтобы узнать о ней больше, вы должны прийти в сахаджа-йогу и получить эти знания. Но сейчас я вкратце рассказала вам, что такое кундалини и каким образом она в нас размещается. Итак, выше находится второй центр. Он второй, хотя на схеме мы считаем его третьим. Вы видите его вот здесь. Я бы сказала, что это центр нашего искательства.
Этот центр называется Наби-чакра. Он дает нам наше искательство. Когда мы пребываем на стадии животных, то мы ищем пищу посредством нашего живота. И вы будете удивлены, но став людьми, мы ищем деньги также посредством нашего живота. Мы можем слегка отклоняться туда-сюда, но в конечном итоге даже нашего Бога мы ищем посредством нашего живота. Вокруг этого живота расположена область, которую необходимо пересечь. И эта область фактически является областью учителей. Все первозданные учителя были рождены в этой области, такие как Шри Моисей, Шри Сократ. Существует 10 главных основных изначальных существ, которые приходили на эту землю, чтобы дать нам представление о том, чего мы ищем и что мы должны делать. В основном они приходили сюда, чтобы научить нас тому, как привести себя в равновесие, как сбалансироваться, чтобы мы могли восходить. Так вот, следует сказать, что все эти великие пророки или изначальные существа были учителями. Они приходили, чтобы сообщить нам, что если вы слишком сильно уходите в левую сторону или в правую сторону, тогда вы утрачиваете свою устойчивость, свое качество как человеческого существа. Будучи человеком, вы должны обладать устойчивостью. И это как раз и есть тот центр, который постепенно обеспечивает эту устойчивость от стадии животных до стадии более высокоразвитых животных, а затем и до человеческой стадии, когда человек начинает понимать, что эти опоры существуют внутри нас. Вот откуда произошли все наши законы. 10 библейских заповедей — это 10 опор, которые находятся внутри нас. Это 10 гуру, которые приходили на эту землю, чтобы спасти людей от ухода с центрального пути, либо на левую, либо на правую сторону. Итак, как вы видите на схеме, левая сторона — это находящаяся внутри нас эмоциональная сторона, а также это сила желания. Это эмоциональная сторона, которая дает нам наше подсознание, и над ней находится наше коллективное подсознание. На правой стороне у нас находится другая сила — сила действия. То есть наше желание мы стремимся воплотить в действие, и эта сила действия дает нам наше будущее и поддерживает нашу физическую и умственную деятельность. В результате этого в нашей голове развивается образование под названием эго. Оно есть у каждого. Бояться здесь нечего. Когда мы что-то делаем, мы считаем, что мы сделали это, хотя это миф. Но все же мы продолжаем верить в этот миф, потому что мы еще не видели реальности. Другая сила внутри нас — это сила левой стороны, посредством которой мы принимаем на себя агрессию других, благодаря которой у нас есть наше прошлое. И она дает нам образование, которое является побочным продуктом нашей эмоциональной деятельности. Это образование, которое на схеме подобно шару и называется суперэго. Два этих образования встречаются в голове таким вот образом, по мере вашего роста. И наверху, в области родничковой кости, происходит отвердение. И эта мягкая область, которая в детстве была у вас пульсирующей, становится полностью закрытой. Таким образом, вы развиваете свою тождественность, вы становитесь господином X, Y, Z и так далее. Вы развиваете свою собственную свободу. Это свобода, которую вы достигли. Быть господином X, господином Y, господином Z. Достигнув этого, вы начинаете использовать второй центр, который является центром вашего творчества, центром вашего действия. У животных нет никакого эго. Конечно, если они живут с людьми, то оно может у них развиться. Но обычно у них нет эго совсем.
И если вы делаете что-то плохое, то вы страдаете. У вас возникает чувство вины. У животных не бывает чувства вины, потому что убивать другое животное заложено в их природе. Такова их природа, есть друг друга. Поэтому они никогда не испытывают чувство вины. Это только люди говорят: «О, я не должен был этого говорить, этого делать». Это исключительно человеческое качество – испытывать чувство вины. Это исключительно человеческое качество – нападать на других. Таким образом, в игру вступает второй центр, благодаря которому вы мыслите. И вы думаете о будущем, вы планируете. Я думаю, что этого достаточно. Можно выключить его? Выключить его. Лучше выключить этот свет. Его слишком много, я и так вся засвечена. Так вот, вы думаете. А для этого мыслительного процесса вам необходима энергия. И эту энергию вы получаете из жировых клеток, которые находятся в животе и преобразуются для работы мозга. И когда происходит это преобразование, этому бедному центру приходится работать очень напряженно. Когда вы думаете, этот центр приходит в действие. Он должен очень-очень напряженно трудиться ради выполнения лишь одной работы. И эта работа заботится о поставлении жировых клеток. Там слишком много светильников. Можете их выключить? Нет, вот эти три. Or this series here. Thank you. Спасибо. Все равно их горит слишком много. Если их можно выключить, было бы лучше. Нет, вот эти три. Эти три горят слишком сильно. В них нет никакой необходимости, вот в этих трех. Зачем они? Просто из-за них людям меня не видно. Вам же меня не видно? Такое ощущение, как будто я на фотосъемке. Итак, этот центр, который мы называем Свадистаном, является центром, который дает вам ваше будущее, энергию для того, чтобы думать о будущем, планировать. Он дает вам энергию для проявления вашего физического труда или физических упражнений, или физической работы. Этот бедный центр должен трудиться ради одной функции – преобразовывать жир для работы мозга. Так вот, если один центр, который должен выполнять множество других задач, занят только одной работой, все остальные забрасываются. В результате этого у вас возникают проблемы, потому что он должен заботиться о вашей печени, о вашей поджелудочной железе, о ваших почках, селезенке. А поскольку он начинает работать лишь в одном направлении, то он программируется на эту работу. И тогда он не может заботиться об остальных вещах. Вот откуда у вас появляется плохая печень. Возникает диабет, болезни почек, проблемы с давлением. А также у вас развивается очень серьезная болезнь под названием рак крови. Так вот, сахаджа-йога способна вылечить все эти болезни. Это всего лишь физический уровень. Но она может вылечить даже их, поскольку если этот центр привести в норму, если заставить его работать как положено, то вы можете легко вылечить все такие заболевания, которые возникают из-за вашей сверхактивности, чрезмерных размышлений, излишнего воображения. Это очень опасная вещь, постоянно думать о будущем. К примеру, сейчас мы здесь. Мы должны с комфортом сидеть и беседовать друг с другом. Если же вместо этого мы начинаем думать, что я буду делать завтра, или что я буду делать, когда приду домой, что я буду готовить, что я буду есть, или как я попаду на свой поезд, все такого рода устремления в будущее делают вашу личность очень странной. Вы становитесь настолько футуристичны, что забываете свое прошлое.
Я встречала человека, который забыл даже свое собственное имя. Он забыл имя своего отца, имя своей матери, а также ужасу своей жены и ее имя. И она начала плакать, она сказала, что же делать? Он забыл все. Он полностью ушел в область будущего. Он знает только будущее. Затем его вернули назад, в центр. И тогда он постепенно начал вспоминать. Он сказал мне, что он председатель совета одного из больших округов в Индии. И он сказал, я был, то есть нет, я являюсь. Я сказал, это хорошо, это уже лучше. Теперь вы в том состоянии, когда вы говорите о себе в настоящем. Так что вот что происходит, и это то, что может случиться с нашим обществом здесь, которое очень футуристично. Чтобы не допустить этого, можно пытаться делать все, что угодно. Вы можете пробовать что угодно. Например, вы можете показывать картины прошлого и тому подобные вещи, но это не вернет скаковую лошадь назад. Она мчится очень быстро. Единственное, что может помочь, это пробуждение кундалини. Когда пробуждается сама кундалини, она делает центр просветленным. И центр сам возвращается к свою нормальную форму, к своему нормальному поведению и к своему нормальному состоянию. Кроме того, он обретает динамичную силу или проявление. То есть этот центр, который следит за нашим вниманием, становится просветленным, и наше внимание тоже становится просветленным. И это внимание, которое просветлено, становится динамичным. В том смысле, что теперь, сидя здесь, вы можете направлять внимание на кого угодно, просто направлять внимание. Вам не нужно ничего делать. Просто направьте внимание на этого человека, и на кончиках ваших пальцев вы сможете определить, что происходит с этим человеком. Он может быть в тысячах километров отсюда. Когда Никсон попал в беду, то неожиданно я почему-то сказала, узнайте, как там дела у Никсона? И мне ответили, мать, он в ужасной передряге. Христос сказал, ваши руки будут говорить, это время настало. Эти руки кажутся такими простыми, но они настолько филигранно и хитро устроены, нервные окончания в них настолько микроскопичны, что мы не можем понять, сколько всего они могут рассказать нам, сколько всего они могут нам показать. Когда происходит пробуждение, вы начинаете чувствовать вокруг себя вибрации, всепроникающую силу, которую вы никогда не чувствовали раньше, на своих пальцах, на кончиках этих пальцев, которыми мы пренебрегаем, которые мы неправильно используем для всяких плохих дел. Эти кончики пальцев становятся просветленными, и вы начинаете чувствовать их. Вот что я имела в виду, говоря, что вы должны получить свое осознание, которое просветлено. Это осознание, которое должно проявиться. И вот как вы начинаете чувствовать других на кончиках пальцев. Не в порядке то, не в порядке это. Вы можете увидеть, где проблема. Все они связаны с вашими центрами. Пять на пальцах, а также шестой в центре и седьмой в основании. Семь слева и семь справа. То есть левая рука отражает вашу эмоциональную сторону, а правая – вашу физическую, иррациональную, или, можно сказать, ментальную сторону. Так вы можете узнать все о состоянии человека, просто посмотрев, ощущаете вы от него на пальцах жар или какое-то жжение, или это может быть онемение или тяжесть. И связь устанавливается благодаря этой всепроникающей силе, которая информирует вас, посылая вам эти сообщения. И эти сообщения столь верны, что даже если вы возьмете 10 детей, которые реализованы, а в наши дни многие из них рождаются реализованными, мы не понимаем детей в наши дни, но сейчас рождаются великие дети, и они рождаются сейчас, потому что пришло время. Это время суда, это время воскрешения, это время, о котором люди говорили во всех священных писаниях. Поэтому сейчас рождаются великие люди. И если этим детям завязать глаза и спросить их о человеке, сидящем напротив, какая проблема у этого человека, они все поднимут один и тот же палец. Все они поднимут один и тот же палец, даже если их глаза завязаны. Даже если они сидят к человеку спиной, они просто развернут ладони и скажут,
Они такие молодцы, дети такие молодцы. Понимаете, когда они берут пальцы в рот, мы иногда думаем, я не знаю, Фрейд, которого я бы назвала весьма незрелым человеком, не особо много знал о Боге, о жизни и прочем, у него было очень мало знаний. Так вот, он говорил, что это имеет отношение к сексу. Он был просто сексуально озабоченным, и он хотел, чтобы все были сексуально озабоченными существами, а не людьми. Поэтому, что бы ни говорил этот человек, на самом деле это никак не связано с сексом. Они чувствуют жар на своих пальцах. Они действительно чувствуют его. Вот почему они берут пальцы в рот. Я видела совсем крошечных детей. У нас здесь есть один такой ребенок из Лондона. И еще один откуда-то из этой страны. Так вот, все они, если вы их спросите, немедленно ответят, где блокировка, какая чакра заблокирована. Детей невозможно одурачить. Все они скажут вам одно и то же, что происходит то-то и то-то. Так что ваше осознание просветляется, и ваши руки, на которых имеются симпатические окончания, говорят вам. Мы можем сказать, что сейчас на нашей центральной нервной системе мы можем чувствовать других людей, а также самих себя. Допустим, вы сидите здесь, и я вас спрашиваю, какая у вас проблема? Вы скажете, я не знаю, какая у меня проблема. Я не знаю. Но я могу сказать, какая у вас проблема. Если вы пойдете к врачу, то увидите, что это подтвердится. Как же это узнать? Вам не нужно ходить ни на какие дотошные медицинские обследования, на которых скрупулезно исследуются ваши зубы, глаза, и в конечном итоге вам говорят, что вы самый здоровый человек. Вам не нужно проходить через все эти ужасные процедуры, не нужно тратить деньги и испытывать все эти удручающие вещи. Просто протянув руки, вы будете знать о себе все. И люди, которые сахаджа-йоги, подскажут вам, что с вами не в порядке и как это вылечить. Время пришло. Сейчас такое фантастическое время. С помощью сахаджа-йоги мы излечили так много людей, больных раком. Так много людей, больных раком крови. Недавно одна девушка, сахаджа-йогиня из Нью-Йорка, вылечила человека, больного раком крови. Этот парень был при смерти. Врачи объявили, что он умрет. Причем они сказали, что ему осталось жить около 2 недель. А потом он умрет. Это единственное, на что они оказались способны после всего, через что бедный парень прошел. Он приехал из Индии, потратив все свои деньги. И вот какое заключение в итоге получил, что он умрет в течение 2 недель. Каким-то образом этим людям удалось связаться со мной. И я дала им контакты сахаджа-йогини в Нью-Йорке. Они сказали, что там находится такой-то парень, по имени Рахуль. Ему едва исполнилось 16 лет, и у него рак крови. Этот парень не только излечился, но и приехал в Лондон, чтобы увидеться со мной, и сейчас он уже снова дома. Это звучит очень фантастично. Как человек, не будучи врачом и не имея никакого отношения к медицине, может лечить? Но выше всей этой медицины, выше всех этих вещей стоит тонкая сила, божественная сила, от которой произошло все. И если вы так или иначе становитесь ее обладателем или человеком, который знает, как с ней обращаться, то вы можете вылечить, кого захотите. Сейчас лечу не только я, но и мои ученики. Я не знаю, сколько людей вылечил доктор Уоррен, будучи настоящим врачом, посредством сахаджа-йоги, хотя это не медицинская наука. Сколько больных он вылечил лично, он не сможет подсчитать. Так что вся система поменяется. Теперь вы станете сами себе хозяином. Хозяином своих собственных сил, и все эти силы будут исходить из вас. Далее, когда нам говорят, что были гуру, которые могли лечить, были гуру, которые могли остановить распространение ужасных болезней и тому подобное, мы считаем, что это невозможно. Нам кажется, это невозможно. Как такое может быть? Как мы можем в это верить? Это полная небылица. Но когда вы сами увидите проявление этих сил, вы будете поражены. Однажды я плыла на корабле и дала реализацию его капитану. И так случилось, что один из членов экипажа оказался в холодильнике. Переохладился и получил воспаление легких. Причем вы должны понимать мое положение. Я находилась на этом судне, поскольку мой муж был председателем этой компании.
Поэтому капитан не решился попросить меня спуститься вниз, думая, что это будет слишком бесцеремонно. Я сказала, хорошо, если вы не позволяете мне спуститься вниз, то лучше вам сходить туда самому. Не нужно посылать сигналов СОС, чтобы вызвать доктора или еще что-то, просто идите и положите свою руку ему на грудь. Примерно на 5 минут. Его пневмония прошла полностью. И капитан просто не мог в это поверить. Он сказал, как такое возможно? Я сказала, возможно. С вами это произошло. Теперь вы стали таким. Примите это. Вы должны принять ту силу, которая была вам дарована. На санскрите мы называем это вирадж. Примите ее. Понимаете, даже если вам дается трон, и вы не знаете, как принять эту власть, как поверить в это, тогда вы подобны нищему попрошайке. Его сажают на трон, а он по-прежнему, видя проходящих мимо людей, протягивает к ним руку. «Подайте мне 5 рупий, подайте мне 5 рупий». До тех пор, пока вы не приняли эти силы, вы все еще неустойчивы, но они у вас есть. И это момент, который очень сложно принять, в особенности для западного ума, поскольку они не могут поверить, что у них могут быть эти силы. Они просто не могут в это поверить. Ты говоришь им, а в ответ слышишь, как это возможно, но это так. К примеру, этот микрофон. Если вы привезете его в деревню и скажете, что благодаря ему ваш голос будет слышен повсюду, или если вы привезете телевизор и скажете им, что по нему можно смотреть всякие фильмы, постановки или музыкальные программы, то они не поверят вам, они скажут, этот ящик, это выглядит как обычный деревянный ящик. Но когда вы включаете его в сеть, он показывает, на что способен. Точно так же и вы смотрите на людей, как на нечто весьма-весьма заурядное и обыденное. Мы воспринимаем себя как само собой разумеющееся. Мы не знаем, насколько мы удивительны, насколько мы уникальны, с каким трудом нас создал Бог, с какой заботой, с какой любовью и совершенно особенной целью. Он хочет наделить вас всеми своими силами. Он хочет, чтобы вы вошли в Царство Бога и наслаждались Его благословением, Его любовью. Это нечто такое, во что мы не можем поверить. Мы настолько разочарованы, нам настолько противны мы сами, окружающее нас общество, все. Но это не так. Это не так. Это просто должно произойти. Вас нужно просто подключить к сети, и это сработает. Это работает, оно уже сработало. Это произошло с тысячами и должно произойти с вами. Но у людей есть абсурдные идеи и представления, в которых им кажется, что это можно купить за деньги. Как вы можете платить за то, что является живым? Платили ли вы когда-нибудь за что-либо живое? К примеру, платили ли вы за то, чтобы цветок стал плодом? Можете ли вы заплатить цветку? Хорошо, я даю тебе 1 фунт, а ты мне плод. Разве это сработает? Это настолько абсурдно. Вы не можете платить за живого Бога. Вы не можете платить за живой опыт. И не можете платить за эволюционный процесс. Он спонтанный. Он внутри нас. Он идет сам собой. Но мы понимаем деньги настолько сильно, что не способны понять то, что является бесплатным. Хотя так много вещей мы имеем бесплатно. Мы имеем бесплатно так много всего, и все равно не понимаем важности бесплатных вещей, потому что считаем, что бесплатное не может быть значительным. По сути же, все значительные вещи должны быть бесплатными, иначе нас бы не существовало, мы бы не жили. Если бы у нас не было бесплатного воздуха для дыхания, нас бы не существовало. Если вдруг случается нехватка воздуха в самолете или где-то еще, тогда люди осознают важность этих бесплатных вещей, которые мы воспринимаем как должное. Поэтому нужно понять, что имеющаяся у нас концепция о Боге, о Его достижении, о постижении Его внутри себя, также ошибочна. Мы думаем, что если мы будем, скажем, стоять на голове, то достигнем Его. Но если бы стоянием на голове можно было достигнуть Бога, тогда нам следовало бы стоять на голове на протяжении всего эволюционного процесса. Или мы думаем, что достигнем Его, участвуя в этих забегах, или употребляя ту или иную пищу, или делая то-то или то-то. Это не так. Но тогда вы можете спросить, почему же в религиях все эти люди говорили, не делай этого, не совершай того?
Они говорили это потому, что все эти вещи необходимы для нашей устойчивости, для нашего равновесия как человеческих существ. Мы теряем свое равновесие, если не соблюдаем эти вещи. Нам необходимо иметь баланс. Вот почему было сказано: «Не совершай того-то». Люди склонны впадать в крайности. Если ты говоришь им что-то, я знаю людей, ты просто говоришь им, что для очистки определенного центра вам нужно выполнять такую-то асану или делать то-то. Они будут делать это по 100 раз, по 1000 раз в день. Но я никогда не просила их об этом. Я сказала, просто делайте это раз в день или раз в неделю. А они будут делать это 100 раз. Мы уходим в крайности. И вот почему, чтобы сохранить равновесие, эти люди говорили нам: не делайте этого, не совершайте того, не совершайте того. Но затем в своем эго мы говорим: почему нет? Что в этом плохого? Хорошо, вперед. Когда ты говоришь детям: не кури. Почему нет? Все мои друзья курят, и я буду курить. Хорошо, вперед. Курите, получите рак, затем у вас появится дырка в горле, дышите через нее. Спустя какое-то время вы лишитесь горла, лишитесь носа и будете двигаться как машина, просто глядя на всех. Вы не сможете говорить, не сможете жить как нормальный человек. Тогда человек осознает: о боже, лучше бы я не курил. Но в сахаджа-йоге мы не говорим «не курите», потому что половина людей тут же покинет ее. Мы никогда не говорим «не пейте», никогда не произносим «нельзя». Мы говорим: «хорошо, вы делаете это, ничего страшного, все произойдет само». Как только происходит это совершение, вы отказываетесь сами. Потому что когда вы обрели наивысшее, вас перестают волновать все эти мелочи. Все ваши привычки отпадают автоматически. Мне не нужно заставлять вас это делать. Все находится внутри вас. Та сила, которая словно поднимает вас наверх. Вы поднимаетесь подобно лотосу, который выбирается наверх из болотной трясины за счет собственной силы. И ваше благоухание заполняет эту трясину. И вы поражаетесь самому себе. Вначале вы отождествляете себя с этой трясиной и думаете, что так и должно быть, но это не так. Когда этот лотос поднимается, он раскрывает свои прекрасные лепестки, и благоухание дает нам эту личность, которая распространяется повсюду. Это и есть то, что должно случиться с вами. Все вы станете этими лотосами, которые кажутся скрытыми, которые абсолютно невидимы внутри вас, но которые раскроются, и благоухание вашей божественности распространится повсюду. Сегодня мне не удастся охватить все центры, потому что если я начну рассказывать обо всех центрах, это будет очень длинная лекция. Как вы заметили, я рассмотрела 3 центра – Муладхара чакру, Свадхистхана и Наби чакру. Остальные я охвачу завтра. Но я должна рассказать вам о духе, о котором мы ведем разговор на протяжении многих веков, что нам нужно стать духом. Как вы знаете, на английском языке слово «дух», то есть «спирит», может означать что угодно. Это очень многозначное слово. Мы называем словом «спирит» алкоголь, а также мертвые души, и даже тот дух, которым мы являемся, чистую суть, который на санскрите зовется «атман», мы называем словом «спирит». Я сейчас говорю о том духе, который является чистой сутью внутри вас, непривязанной сутью внутри вас, который является свидетелем внутри вас, который постоянно смотрит на вас, наблюдает за вами, который пребывает в вашем сердце как радость и счастье. Он пребывает в сердце. Этот дух находится не в нашем сознательном разуме, не в нашей центральной нервной системе. Мы не можем им управлять. Если проводить аналогию, то я бы сказала, что левая сторона внутри нас подобна тормозу, а правая — педали газа в автомобиле. Так вот, когда мы учимся вождению, то мы сидим впереди, а сзади сидит инструктор и наблюдает за всем этим процессом. Скажем, вам нужно повернуть налево. Это значит, что иногда вы нажимаете на тормоз, иногда на газ, делаете ошибки, и таким образом учитесь водить машину.
Эта учеба вождению является тем, что называется мудростью, которая приходит к нам в процессе уравновешивания нашей жизни. Равновесие — это самая главная и первостепенная вещь. Но даже если у вас его нет, я видела, как очень разбалансированные люди в сахаджа-йоге обретают это равновесие. Итак, это равновесие между правой и левой стороной или, скажем, между газом и тормозом, дает вам состояние, когда вы можете сказать, что вы овладели искусством вождения. Но позади вас по-прежнему сидит учитель. Затем вы становитесь сами себе учителем. Учитель — это дух внутри вас. Вы становитесь духом и начинаете наблюдать сами за собой, как за водителем. Все становится подобно спектаклю, драме. То есть вы словно отделяетесь от самого себя и начинаете наблюдать за всем, что происходит перед вашими глазами. Все происходит просто подобно спектаклю, вне вас, и вы не являетесь его неотъемлемой частью. Таким образом, вы входите в область своей оси, и периферия утрачивает свое воздействие на вас. Вы становитесь человеком, в котором наступила тишина, блаженство, покой, и который видит периферию, движение периферии, но вы в него не вовлечены. Вот как вы становитесь мастером, вот как вы становитесь пророком. Но сегодняшняя сахаджа-йога способна превращать людей Бога в пророков, и эти пророки будут наделены способностью делать пророками других. Об этом говорил Уильям Блейк, великий поэт этой страны. И это именно то, чем является сахаджа-йога. Он предсказал это 100 лет назад. И сегодня, если вы придете в сахаджа-йогу, то будете поражены тем, кто вы такие. Он предсказывал, что Англия — это Иерусалим завтрашнего дня. И это завтра наступило. Я не знаю, понимают ли люди, чем является эта страна под названием Англия. Это сердце Вселенной. Это самая важная часть Вселенной. И она должна стать Иерусалимом. Для этого англичане должны избавиться от своей инертности, чтобы увидеть свой потенциал, подняться до этого уровня, и тогда все это сбудется. Это уже очень хорошо работает в Лондоне. Конечно, у нас не может быть слишком много людей, потому что машины могут производить пластиковые изделия тысячами. Но если вы хотите получить что-то живое, на это нужно время. Но когда это время пройдет и настанет пора зрелости, я уверена, эта великая страна примет свой статус и станет Иерусалимом, местом поклонения, куда люди будут приходить, чтобы поклониться. Благодаря сахаджа-йоге происходят удивительные вещи. Цветок маргаритка, никогда не имевший аромата, если вы пойдете и посмотрите, теперь им обладает. Большинство английских цветов не имело аромата. Этим они были известны. Теперь же у большинства цветов появился потрясающий аромат. Вы можете сами в этом убедиться. Природа осуществляет все эти вещи. Это происходит, начинает работать. Но что же насчет людей? Где они? Что они делают? Где они потерялись? Это очень печальная вещь. Надо сказать, что я попала в Лондон совершенно случайно, или, возможно, так было задумано. Мой муж был избран на эту работу, и ему пришлось переехать. И это подразделение ООН находится только здесь. Оно в Англии. Больше нигде. Только у вас в Англии находится то подразделение ООН, куда был избран для работы мой муж. Вот так я здесь и оказалась. В противном случае, не думаю, что смогла бы приехать сюда как гуру, потому что у меня нет никаких других интересов, кроме этого. И я не смогла бы приехать сюда, поскольку я не поехала бы в какую-либо страну без приглашения. Но я приехала сюда как приглашенная личность. Все это происходит. Только вы, люди, должны запустить это сами и понять. Не только динамизм и насущность, но и особую важность данного момента, поскольку сейчас вы стоите на пороге либо разрушения, либо созидания. И англичанам отведено особое место. Они должны вырасти до этого уровня, потому что они являются клетками этого сердца.
Завтра я снова прочитаю вам лекцию. Надеюсь, что вы придете, и что для вас это будет удобно. Простите за мое горло, но я говорю каждый день, изо дня в день. Спасибо вам большое. Если у вас есть какие-либо вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Just use the roving mic if you would. It's all right. It's too much to be. Can I have answers? Задавайте вопросы, и я отвечу. Да, пожалуйста. Вы сказали, что после самореализации вы можете вылечить нас. У моей матери глухота. Можно ли устранить ее проблему со слухом? Can you fix that hearing problem? Понимаете? Этот вопрос звучит так, словно вы считаете, что я личность, которая должна всех лечить. К сожалению, вы ошибаетесь. Ваше исцеление — это побочный продукт пробуждения кундалини. Прошу прощения за то, что у вас возникло неправильное понимание, что я здесь для того, чтобы лечить всех людей. Тогда мне следовало бы работать в больнице. Суть же состоит в том, что вам необходимо пробудить кундалини, чтобы получить исцеление. Понятно? Если бы ваша мать была здесь, мы могли бы это сделать. Но самое главное, что вы должны понять, это то, что Бог обладает четким здравым смыслом, так же, как и мы. И его интересуют только такие факелы, какими являемся мы, которые будут выполнять его работу. Те люди, которые, скажем, очень больны, очень сильно больны, могут излечиться в доли секунды. Вы будете удивлены, но я могу рассказать вам, что наш президент Индии ездил в Америку на лечение, которое оказалось тщетным, после чего он вернулся назад в Индию. И я оказалась на встрече с ним, как госпожа такая-то. Но Верховный комиссар сказал ему, что я такая-то личность, и что он слышал мое имя в Индии. Тогда его жена спросила, не могли бы вы вылечить моего мужа, а он уже готовился к самому худшему. Они уже все приготовили для того, чтобы проводить его в последний путь. Я просто положила руку ему на спину и подержала ее там 10 минут. Вы не поверите, из-за боли он не мог спать уже много дней, но тут он сказал, «Моя боль прошла, я хочу поспать». И когда он проснулся, то был абсолютно здоров. Он спустился вниз, а для него уже там были приготовлены носилки и прочее. Поэтому, когда он спустился, никто не мог поверить своим глазам. Но это произошло, потому что ему еще предстоит выполнить какую-то божественную работу. Если у нас в доме есть лампы, которые уже никогда не будут светить, мы о них не беспокоимся, а просто сдаем в утиль. Точно так же и божественность не лечит всех людей подряд. Она исцеляет тысячи людей. Но по поводу некоторых очень больных людей, она говорит, ладно, отправляйся на следующий круг, хорошо? Возвращайся очищенным, отдохнувшим, и тогда все получится. Поэтому совсем не обязательно, что излечится каждый. Совсем не обязательно. Но все же очень многие излечились. И это сработало. Но это не является нашей основной задачей — давать людям исцеление. Нет. Наша задача — давать людям реализацию. И в виде побочного результата, как вы сказали, конечно, если она получит реализацию, ее глухота пройдет.
Многие люди избавились от глухоты. И не только от глухоты. У многих лысых людей даже снова выросли волосы. Когда он пришел ко мне, у него на голове не было ни волоска. А после реализации... Это настолько потрясающе, что лучше вам посмотреть его фотографии до реализации и убедиться самим. Иногда их выбрасывают, понимаете? Порой после получения реализации люди, видя свои старые фотографии и произошедшие в них перемены, просто выбрасывают их. Но главное — это не лечение, а самореализация. Вот что самое главное. И возраст совершенно не важен. Кажется, вчера в Бирмингеме мы дали реализацию одному очень-очень пожилому человеку. Так что возраст не имеет значения, здоровье не имеет значения, ничего подобного. Каждый может ее получить и должен стараться ее получить. Понятно? Так что если вам удастся привести ее, мы это сделаем. Но я ничего не обещаю. Хорошо? Да благословит вас Бог. Конечно, самореализацию я обещаю. Это я обещаю. Если вы будете терпеливы по отношению к самому себе, как я терпелива по отношению к вам, вы должны быть терпеливыми. Еще вопрос, пожалуйста. Последние 4 или 5 лет у меня проблемы с грудной клеткой. Можно ли мне как-то с этим помочь? Конечно, можно. Эта проблема как-то связана с дыханием или с чем? Проблема с дыханием? Он индиец? Да, у меня астма. Вы индиец? Да. Понятно. Вы знаете, индийцы слишком любят принимать ванну. Им кажется, что они все еще в Индии. Каждое утро они принимают ванну и затем выходят из дома, не так ли? Этого нельзя делать, это Англия. Ванну следует принимать вечером. Мы должны жить как англичане. Они обожают ванны. Индийцы большие любители ванны, понимаете? И они должны принимать ее каждый день. Будь на градуснике 0 или минус 12, они должны ее принять. Понимаете, это их выработанная привычка. Они некомфортно себя чувствуют без ванны. Вот как они получают это заболевание. Но в любом случае мы вылечим вашу астму, хорошо? Это несложно. Но не нужно увлекаться приемом ванны в Англии. Если вы хотите принять ванну, я бы посоветовала вам делать это вечером, как это делают англичане, потому что здесь очень предательский климат. И если вы принимаете ванну, а затем идете на улицу, тогда вы определенно получите эти проблемы в груди. Более того, из этого у вас могут развиться артрит и тому подобные болезни. В Англии такое поведение очень неблагоразумно. Здесь климат такой, что вы должны быть очень осторожны. Я не имею в виду, что вам следует навсегда отказаться от приема ванны. Потому что, понимаете, когда я что-то говорю, то должна предостерегать и от другой крайности. Но индийцы большие любители ванны, несомненно. Личная чистота для них чересчур важна. Но общая чистоплотность, или можно сказать, коллективная чистоплотность, больше прослеживается здесь, в Англии. К примеру, здесь любят постригать газоны, заботиться о чистоте улиц и так далее. Мы должны объединить эти вещи, это важно. С этим можно справиться. Астма не такая уж большая проблема. Что еще? Каким образом это делается? У нас внутри есть центр, который считается центром Шри Рамы. Мы называем его правым сердцем. И если нам удастся вылечить у вас этот центр, то вы поправитесь. Понятно? Мы это сделаем. Мы расскажем вам, как это сделать. Сколько тысяч лет назад возникла йога? How many thousands of years does the yoga date back from, she said? Какую йогу вы имеете в виду? Йога, спонтанная йога, существовала все время. Понимаете, что значит спонтанное? Это значит живой. А живой процесс существовал всегда. Поэтому мы не можем сказать, когда она появилась. Мы можем сказать, когда произошло отделение, когда Бог и Его силы разделились. И Бог начал наблюдать за всем как свидетель, Бог всемогущий. А Его сила начала действовать. Она создала все вселенные. Она создала нашу вселенную, которая потом создала человеческих существ. И сейчас все это должно стать одним целым. Снова. Это создание должно узнать своего Создателя.
Один, два, три, четыре. Людей, получавших эту связь, всегда были считанные единицы. Но сейчас пришло время для массовой эволюции. Так что для роста жизни невозможно назвать время. Невозможно сказать, когда это началось, сколько лет назад. Это было всегда. Но сегодня время цветения, когда многие должны получить благословение йоги. Понятно? Спасибо за вопрос. Вы говорили о кундалини, но ведь обычному человеку очень трудно ее пробудить. What is it? You spoke about kundalini. For the ordinary person, it's very difficult to awaken. Кто вам такое сказал? Это не так. Понимаете, когда о кундалини говорят эти ненормальные люди, то они называют это ненормальным, потому что они не знают, как это сделать. Это делается проще простого. Это самое легкое дело, если вы пробужденный человек. Даже ребенок способен это сделать. Те, кто утверждают, что пробудить кундалини очень сложно, это люди, не имеющие о кундалини никакого представления. Они не мастера. Что в этом сложного для мастера? И даже обычный человек может стать мастером. Что тогда здесь сложного? Это не мастера, это абсолютные невежды, дельцы, бесполезные люди. Они пишут книги, не зная ничего о кундалини. Они уводят людей не туда. Это делается проще простого. Она просто начнет двигаться под вашей рукой, и вы увидите, как она поднимается, как она пульсирует на голове. Это совсем не сложно. Я вам говорила, что это самая живая вещь, которая должна произойти. А все, что живое, должно быть бесплатным и простым, сахаджа. Почему? В Индии у нас был Шри Гуру Нанак, который сказал «Сахаджа Самадхи Лагу». Никто не говорил, что это трудно. Шри Кабир никогда такого не говорил. Он сказал, «Я возьму 25 человек и уложу их в одну нить». Те, у кого были на это полномочия, всегда так говорили. Никто не говорил, что это трудно. Только те, кто не знают этой работы, и у кого нет полномочий, так говорят. Не верьте им. Это очень легко сделать. Вы сами увидите. Но допустим, это проще простого. Тогда почему мы это отвергаем? Допустим, у меня для вас есть бриллиант, бесплатно. Разве вы не взглянете на него? Не захотите получить? Или будете думать, о, это очень трудно, как мы можем его получить, когда я говорю, что это просто, и вам не нужно за это платить. Понятно? Но как этого добиться без очищения тела и ума? Это правильный вопрос. Садитесь, пожалуйста. Хорошо. Я отвечу вам. Это метод, который пробовали люди. Он не срабатывает. Допустим, с вашей машиной что-то не так. Сможете ли вы почистить ее, сидя внутри? Сможете привести ее в порядок? Вам нужно выйти из нее. Поэтому прежде всего необходимо осуществить подъем кундалини. Понимаете, люди все перепутали. Даже в хатха-йоге, где есть различные ступени, первое является Ишвара Пранидхана. Первое — это установление Бога. Вначале вы должны быть соединены с Богом. Даже в христианстве вначале вы должны пройти крещение. Оно искусственное, забудьте об этом, и все же вас должны покрестить. Даже у индуистов вы должны пройти через подобный обряд под названием Ягьопавита. Это делается в возрасте 8 лет. Вот что такое реализация. Или Шри Мухаммед Сахиб и все эти люди использовали сунту. Это то же самое. Так что прежде всего нужно получить реализацию. Это не означает, что вы становитесь мастером. Но пробуждение кундалини и ее постепенный рост делает вас мастером. Это был реальный процесс, но люди перевернули его с ног на голову. Как вы можете очистить себя, пока вы из этого не выбрались? Допустим, мое сари испачкалось. Я должна снять его и почистить, не так ли?
И вот почему это сложно. Вот в чем дело. Все из-за путаницы, которую они создали. Так что не верьте во все эти сказки. Если вы попытаетесь подавить свое эго, оно усядется вам на голову и никогда вас не покинет. Если вы попытаетесь подавить свое суперэго, это вам никак не поможет. Здесь же это происходит автоматически, а как именно, я расскажу вам завтра. При пробуждении определенных божеств внутри вас эти образования втягиваются. Кундалини пробуждается, и это происходит. И, наконец, если вы хотите, чтобы я вам призналась, то во мне есть нечто особенное, раз я могу это делать. Что-то должно быть. Если вы не станете распинать меня, я расскажу вам об этом побольше. Лучше вам узнать это самим, а иначе первое, что вы со мной сделаете, это решите меня распять. Я больше не хочу этого. Понятно? Да благословит вас Бог. Да, дитя мое. Мать, как мы можем помочь себе и друг другу открыть наши сердца и получить эту связь? Для этого не требуется никакого хирургического вмешательства. В сахаджа-йоге у нас есть методики. Божественные методики, позволяющие открыть наше сердце. Здесь также произошла еще одна путаница. И эта путаница привела нас к проблемам. Понимаете, произошла путаница. В плане того, каким должно быть наше отношение к самим себе, к другим. И к обществу. Это большая путаница, которая началась давным-давно. Когда были написаны смрити, или можно сказать, когда начали возникать религии, все стало делаться совершенно наоборот. И вот как мы утратили эту способность. Отношение к самим себе должно быть таким, чтобы мы старались совершенствовать себя. Это абсолютно тираничный процесс, уверяю вас. Когда я стараюсь усовершенствовать сахаджа-йогу, я тиранична по отношению к самой себе. Тот объем работы, которым я нагружаю это тело, и то количество усилий, которые я извлекаю из этого тела, требует от меня неимоверного напряжения и терпения. Я имею в виду, обычные люди просто восклицают: «О, мать, это уже слишком, мы не можем этого вынести». Вы сами это видели. Но вы должны быть действительно тираничными ради самосовершенствования. Именно такими мы должны быть по отношению к себе. А по отношению к другим вы должны быть идеальными. Скажем, у вас есть брат. Это ваш брат. Значит, для вас это должен быть идеальный брат. Если это ваш отец, для вас он должен быть идеальным. Но и здесь возникает путаница. Чем более просветленными вы становитесь, чем более возвышенными вы становитесь, тем больше путаница. Кто ваша сестра? Кто ваша мать? Кто ваш отец? Тогда и отношения между сахаджа-йогами также становятся запутанными. Вы сахаджа-йоги, вы все пророки, вы должны уважать друг друга. Вы все пророки, вы говорите на одном языке. Вы должны любить друг друга. Это не уровень ума, это должно произойти с вами, потому что ваши отношения должны быть установлены, те самые идеальные взаимоотношения. Вы знаете, многие люди сейчас сердятся на меня. «Мать, вы слишком терпеливы к сахаджа-йогам». Но они мои дети. Я должна совершенствовать себя, и мои отношения с ними должны быть идеальными. Я должна дойти с ними до крайней степени прощения, чтобы они могли подняться. Так что отношения с другими должны быть идеальными. Идеальный ли вы отец? Идеальная ли вы мать? Идеальная ли вы сестра или идеальный брат? Идеальный ли вы гражданин по отношению к другим? Но общество должно быть прагматичным. Общество должно действовать прагматично. А прагматизм приходит благодаря изменениям. Допустим, я бы сказала, что сегодня индийцам не нужно вегетарианство. А англичанам вегетарианство необходимо. Это все прагматизм. Общество должно быть прагматичным. А здесь мы прагматичны в отношении самих себя. Но не общество. Мы прагматичны в отношении себя. На все один ответ. Что плохого? Женщина, у которой есть дети, убегает с другим мужчиной. Что плохого? Или женщина, у которой есть дети, продает свою страну ради своих детей. Что плохого?
Так что эта путаница внутри нас создает эту проблему. И вот почему мы не знаем, как нам раскрыть себя. Если бы вы смогли избавиться от этой путаницы, все бы наладилось. Это можно сделать с помощью сахаджи-йоги. Я бы сказала, что все эти путаницы были созданы незрелыми людьми. К примеру, с инкарнациями, пророками ничего такого не происходило. Они всегда были в полном порядке. Это были совершенные люди. Что неправильно у нас, это наше отношение. И если мы сможем сделать благоразумным наше отношение к самим себе, другим и к обществу в целом, то все получится. Все будет прекрасно. Из-за этой путаницы наше сердце закрыто. Мы боимся других. Но чего тут бояться? Отношения идеальны. Что можно сделать? В том, что касается вашего отношения к ним и чистосердечности, все идеально. Что делают они, не имеет значения. Что делаю для них я, вот что должно быть идеальным. Я должен продолжать любить их. Я должен восхищаться ими, подбадривать их, поддерживать их и давать им все то, что от меня требуется. Возьмем, к примеру, родниковый ключ, который бьет из-под земли. Думает ли он, что это за дерево? Что оно делает? Он просто дает ему свой источник, свою воду. Точно такими должны быть и вы. Потому что вы источник. Так что отношения должны быть идеальными. Все эти путаницы сработали, и мы приняли их на рациональном уровне. Что и привело нас в эту ловушку, из-за которой наши сердца оказались закрыты. Понятно? Можете ли вы объяснить разницу между сахаджа-йогой и крия-йогой? Can you explain the difference between sahaja-yoga and kriya-yoga? В некотором смысле это одно и то же, но с другой стороны, они абсолютно противоположны. К примеру, я бы сказала, что вы получаете настоящую реализацию или настоящее крещение посредством пробуждения кундалини. В то время как есть священники, которые также дают крещение, это крещение и то крещение абсолютно противоположны. Точно так же, когда кундалини поднимается, внутри нас начинает действовать крия-йога. Кое-что приходит в крия, то есть в действие. Под действием имеется в виду, что когда кундалини поднимается, то это подъем колоссальной силы. И это весьма уникальное событие, для которого подготавливается все тело. И когда она поднимается, то в теле происходит своего рода волнообразное действие, подобное перистальтическому движению в процессе переваривания пищи. Когда кундалини поднимается, происходит определенное сокращение мышц, которое подталкивает поднятую кундалини еще выше. Затем они расслабляются, проход открывается, и происходит новое сокращение. Все эти вещи происходят внутри нас автоматически, как во время запуска машины начинает работать весь ее механизм, точно так же и крия фактически происходит внутри нас. Так что благодаря сахаджа-йоге крия происходит внутри нас. Все это вспомогательные инструменты сахаджа-йоги, то есть йоги как таковой. Но все эти вещи происходят внутри нас. А мы, не запустив мотор, начинаем двигать одно колесо. Это и есть крия-йога, так называемая. То есть она полностью противоположна настоящей крия-йоге, которая является спонтанной и встроена внутри нас. Вам не нужно ничего делать, вы для этого созданы. Я видела людей с подрезанными языками, их подрезанные языки болтаются. Очень пожилые люди в Индии услышали это от кого-то из Америки. Ужасный человек. Они подрезают себе языки, и потом они просто болтаются. Это никчемные люди. Я видела одного такого доктора, это был доктор. Только представьте себе, чтобы искатель был настолько разрушен.
Я сказала, зачем? Зачем вы это сделали? Он ответил, мы должны делать хечари. Хечари — это такая практика, когда вы подрезаете себе язык, заворачиваете его назад и пытаетесь упереть кончик языка наверх. Можете себе представить? Они называют это одним из видов пранаямы. Все это бесполезно. Эти вещи разрушили путь кундалини. Я видела, насколько изранена и разрушена бывает кундалини. Она просто раскачивает головой во все стороны. Это человеческое эго. Оно думает, я могу это сделать, и я пойду ради этого на любую крайность. Забудьте об этом. Это так просто. Это подобно зажженной свече, которая может зажечь другую свечу. Вот так просто это работает. Не делайте с собой все эти вещи. Если вы настоящий искатель, просто забудьте об этом. Не разрушайте себя. Не нужно ничем себя разрушать. Они это делают, так как они ревностные искатели. Их эго тешит мысль, что они могут это сделать, и они это делают. В сахаджа-йоге вы не должны ничего делать, пока вы не реализованы. Подобно тому, как людям, которые не умеют плавать, говорят, молчите, мы постараемся доставить вас к берегу. Их доставляют на берег, учат тому, как плавать, как спасать людей, и затем они спасают других. Вы не должны ничего делать до тех пор, пока не получите реализацию и не овладеете этим мастерством. До тех пор, пока вы не стали мастером, вы не должны ничего делать. Вначале вы должны стать мастером. На то, чтобы стать мастером, уходит не так уж много времени. Слишком хорошо, чтобы поверить, но это правда. Все совершенное выглядит именно так. Не правда ли? Да, теперь что касается обуви. Я хочу сказать, что даже по этому поводу люди со мной спорят, зачем ее снимать. Поэтому лучше объясню до того, как кто-то из них встанет и скажет, зачем снимать обувь. Потому что мы так срослись с этой обувью. Понимаете, в наши дни, особенно сейчас, подошва для обуви делается не из кожи, а из чего-то другого. И этот материал изолирует вас. То есть ваша обувь изолирует вас от Матери Земли. Чтобы получить помощь Матери Земли, мы должны снять обувь. Но даже это людей огорчает. Можете себе представить? Но если вы говорите им подрезать себе язык, они не возражают. Они хотят, чтобы это было абсолютно сахадж. Если это сахадж, то это должно быть невероятно сахадж. Но зачем нам снимать обувь? Разве это не забавно, что мы такие? Это такая игра, такая красота. Хорошо, давайте снимем обувь и настроимся на приятную волну. В этом нет ничего серьезного. Просто снимите обувь и все. Направьте ко мне руки вот так.